Здравствуйте, мои девочки-рукоделочки! Я тут провела небольшой эксперимент по окрашиванию ваты. И хочу вот сегодня с вами поделиться. Многие отказываются работать с окрашенной ватой из-за того, что она при намокании пускает цвет и пачкает. Я раньше, когда окрашивала газетные трубочки для плетения, в колор добавляла обычную строительную грунтовку. И вот подумала, почему бы мне не попробовать также вату покрасить. И вот что у меня сейчас получилось, я хочу вам показать и продемонстрировать. Бачок у меня, конечно, не сохранился, не знаю от грунтовки этой. Но там обычная строительная грунтовка, которой мы покрываем стены, грунтуем. Там написано просто строительная грунтовка глубокого проникновения. Я брала на 300 мл воды теплой, добавила одну десертную ложечку колора и две десертные ложечки этой грунтовочки. И вот получается вот такая. Она может быть не так равномерно окрашивается, как без добавления. Вот без добавления. Видите, она более такая однородная получается. Но зато с ней надо очень осторожно работать. А здесь вот такая она получается. Видите, немножечко с корочкой такой. Тут светлее, тут темнее. Но если только из-за того, что она пачкает и отказываются люди работать с окрашенной ватой, то этот вариант можно попробовать, и все равно это будет лучше, чем потом ее красить, уже готовое изделие, и окрашивать. Ну вот как можете немножечко просто попробовать, как вам вдруг понравится. Вот сегодня я вам хочу это все продемонстрировать и показать. Эксперимент проведем на обычных дисках ватных. Вот это у нас без добавления грунтовки. Это я приготовила кусочки без добавления. Без добавления. Так, и такие же выберу с добавлением. Так, раз, такая. Салатовая. Вот такая еще у нас. Я буду выбирать, чтобы потемнее были. Вот, сейчас попробуем. Пускай полежат. Сейчас этим сделаем.
Это у нас с грунтовкой, это без грунтовки. Еще помочу больше. Поднимаем, смотрим. Практически белый диск, почти чистый. Так, эти сейчас смотрим. Видите? Эти пускают краску. Вот вам, смотрите, разница есть. Здесь может быть чуть-чуть, а здесь явно. Все-таки грунтовочка держит цвет, не дает вот такой вот размазывание. Поэтому, девчонки, если хотите, можете попробовать. Может, вам понравится. И тоже начнете, кто еще не работал с окрашенной ватой или кто-то разочаровался, попробуйте добавить грунтовочки. Так что сегодня такое вот будет коротенькое видео, то, с чем я хотела с вами поделиться. Вот, давайте еще вот такой вот, нет, давайте еще вот такую я сделаю. Вот возьму такую самую бирюзовую, такую я не окрашивала, возьму еще бирюзовую. Тоже на грунтовочке она. Она такая яркая. Сейчас мы ее проверим. Так, я еще придавлю. Чтобы наверняка. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот я взяла такую, чтобы она была насыщена, но все-таки это я на белом цвете делаю. И все равно она не так пачкает. А если бы не добавила грунтовки, то оно было бы то же самое, вот что как красный проявился бы. Поэтому я, например, очень довольная. Единственное, что при добавлении грунтовочки не такое однородное. Видите, здесь более вата получается такая более однородная. А здесь вот уже она получается такая вот с корочкой. Вот, например, меня это не пугает, эта корочка. Я где нужно, я возьму вот такой цвет, где нужно, я возьму такой. То есть все равно мы не клеим вот так целый пласт, а мы выбираем кусочками. Мне понравилось. Смотрите, девчонки. Смотрите, какой этот цвет красивый получился. Это колор вересковый, по-моему, называется. Вересковый, вереск. Так что вот, пробуйте, девчонки. Всего вам хорошего, идей побольше. Удачи. До встречи в следующем видео. Пока-пока.